Всем привет! С вами я, Супчик 12К. Это мое новое видео по Чикенгану. И сегодня я покажу все анимации скинов и наших животных в Чикенгане. Видео получилось крутым. Ладно, не буду затягивать. Погнали к ролику! Если что, я искал на сайте BitGame. Ладно, погнали первое к петуху. Так, вот, короче, загрузилась наша анимация. Вот так, короче, петух делает такие анимации. Ну и просто давайте посмотрим. Эта анимация очень классная, но и заслуживает 5 звезд. Ладно, давайте перейдем к следующей анимации. Следующий персонаж — это у нас корова. Так, ну, корова нормальная. Ну и давайте перейдем к следующему коту. Так, тут вроде сначала зайца, ну, короче, как всегда. Кстати, ребята, смотрите, что я нашел на новом этом сайте, который я искал. Тут есть наша машина, давайте, короче, зайдем. Вот, наша машина, тут, конечно, анимации нету, но все равно. Наша машина, которая есть в Чикенгане. Она где-то в 2.9.0 и 2.8.0, я не знаю, не помню в какой версии. Но еще я помню, тут была, короче, машина, вот такая еще, автомобиль такой. Вот такой классный, и вроде тоже... Будет, наверное, скоро добавить, не знаю, такой автомобиль классный. Ну ладно, вот такой, такая расцветка, все. Давайте перейдем к следующему. К следующему я нашел, короче, набор такой. Это все животные. Петух, котик, так, петушок, вот все. Мне кажется, разработчик и переделал, и не купил этот набор. Ну, свинья с моим чупчиком как раз. Ну ладно, ну и вроде обычные такие животные, ничего. И они на сене, кстати. Да, на сене, кур-кур, сене. Блин, как это говорится, на сене. Да, на сене они. Ну и ничего тут необычного, просто... животные, из коровы что-то молоко потекло, непонятно. Ну и вот так выглядит эта бодайка. Давайте дальше. Так, ну и следующий — это поросенок. Вот такой, короче, поросенок. Ну, давайте просто посмотрим анимацию. Анимации на цыпленка не было, я и даже и не нашел. Ну и все уже, все это анимации. С вами был я, Супчик 12К. Всем спасибо, всем пока!